поможет в проведении операции. Инновационный нейрохирургический микроскоп запустили в работу в Камчатской краевой больнице. Одно из отличий новой модели – увеличенная площадь участка, находящегося в фокусе, что позволяет хирургу свести к минимуму необходимость перефокусироваться во время операции. В рамках национального проекта здравоохранения по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нашему учреждению были выделены федеральные средства на приобретение именно микроскопа операционного хирургического, который мы приобрели, и уже он у нас функционирует. В нашей больнице осуществляются операции в нейрохирургическом отделении при патологии головного мозга, спинного мозга, а также периферической нервной системы. Для благоприятного исхода именно операции нужны не только руки хирурга, но и хорошее оборудование. Новый микроскоп обеспечивает увеличенную глубину резкости и более высокое разрешение передаваемого и документируемого изображения. На сегодняшний день такой прибор единственный в Камчатском крае. Именно данная модель оборудования, она необходима для выполнения уникальных нейрохирургических операций, микрохирургических операций. Это касается и сосудистой патологии головного мозга, это и касается опухолевой и заболеваний позвоночника. На сегодняшний день уже в ежедневном режиме выполняются операции с данным оборудованием. Микроскоп для нас, как для нейрохирургов, это вторые глаза, вторые руки. Это в значительной степени улучшает саму операцию, улучшает качество выполненной операции и, соответственно, улучшает здоровье жителей Камчатского края. По словам Александра Ханина, приобретение такого оборудования – это достижение в камчатской медицине, которое улучшает работу как микрохирургии, так и нейрохирургии.